Здравствуйте, друзья, с вами дядя Юра. Прежде всего хочу вас поблагодарить и поздравить. Нас 10 тысяч подписчиков. Вот видите, поздравления еще и уже идут со вчерашнего вечера. В виде бонуса хочу дать небольшой совет по игрушкам. Вы знаете, что игрушки бывают полезные и не очень. Давайте разберемся и заодно посмотрим, какими же игрушками играет ротвейлер Дюшка. Вот они, Дюшкины игрушки. Вот это все его. Они невзрачные, но тем не менее Дюшка ими играет, и они свои функции выполняют. Вот одна из типичных потенциальных опасных игрушек. Это детский мячик. Мне его сосед подкинул, ну, сказал, чтобы поиграли собачки. А я приберег для этого случая, чтобы показать, как собаки расправляются с такими мячиками и что потом может получиться. Ребята, это не значит, что вообще это нужно все запретить, но здесь нужно просто внимательно смотреть. Потенциальная опасность этого мячика не в его составе. В принципе, состав это, сейчас я попытаюсь выговорить, это полиуретан. А это вспененный полиуретан. А в том, что собака этот мячик начнет потихонечку потрошить. Вот посмотрите внимательно. Дюш взялся серьезно и начинает потихонечку откусывать. Вот такие вот кусочки. А для собаки это интересно. Ну, всегда интересно что-то ломать. Но для вас это не очень. Почему? Потому что есть некоторые собаки, которые заглатывают вот эти вот вещички. Потом доставать изнутри эти вещички из собаки, это всегда проблематично. И требует усилий и, скажем, денег. Поэтому, ребята, смотрите на игрушки, из чего они сделаны и как с ними общается собака. Вот видите, Дюше это интересно, ему понравилось. И он вот это все постоянно уже нацелен. Поэтому внимательно наблюдайте за своей собакой. Традиционно, ребятки, извините за качество, выжимаю все, что могу. До встречи. Дядя Юра, Ларочка, Пуська, Дюшка и кот Шунька. Удачи. Это плохая игрушка.